Здрасте, 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 здрасте. Я тут сижу в травке среди трехлистников, пока я четырехлистника здесь еще не нашла. Ну, правда, я сильно не искала. Попробую сделать одно видео. Я тут просматриваю журнальчик. F. Так она и называется, по-моему, что ли. Ладненько. Стоит всего 1 евро. Итальянский журнал. На обложке Шерон Стоун. Не знаю, мне лично она не очень нравится. Вроде бы красивая женщина и, скорее всего, отличная актриса. Но не знаю, почему не нравится она мне. Она, ладно, не буду вдаваться об этом. Будем смотреть всякие крема тут. Ревиталифт. Лореаль Полиш. Ну, что может быть лучше? Лореаль Полиш. Ребята там играют? А я тут сижу, смотрю журнал. Так, бижутерия. Бижутерия Пандора. Ага. Красиво, красиво, конечно. Идем дальше. О, Леонардо Ди Каприо. Так, 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 так. Опять. Толком не пишу, что это такое, для чего. Тут только на французском написали, что к чему, не пойму. Ну, как будто, блин, прям все знают французский язык. Ладно, идем дальше. О, песто, итальянское песто, вот это знаменитое итальянское песто, это такой соус к пасте. Он сделан из базилика, из пиноли. Пиноли – это вот такие вот орешки маленькие, не знаю, как они по-русски, пиноли. Вкуснятина, вкуснятина, вкуснятина. И что интересно, купить готовую баночку песто намного дешевле, чем купить сами пиноли и сделать самим этот соус песто, потому что пиноли, Виталий, очень дорогие, 100 грамм. Самые дешевые пиноли, вот я находила, 100 грамм 5 евро стоит, а 40 грамм где-то там 3 евро с чем-то. О, здесь кофе Лавацци рекламируют. Так, 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 идем дальше, идем дальше, идем дальше. Паста, паста, итальянская паста. Ну как же без макарон в Италии? Вот это вот, кстати, министр интеграционный, вот эта женщина из Африки. Ой, что сейчас проблема африканская, что я говорю, итальянская проблема, что у нас сейчас бегут эти беженцы с Африки, и для них все дороги открыты, все и для, им предоставляют учебу, им предоставляют жилье, им предоставляют работу. Сами итальянцы сидят без работы, потому что африканцам в первую очередь надо давать работу. И знаете почему? Вот как пришла, как стала министр вот эта женщина с Африки, и она, и вот, вот стала итальянцам плохо жить в Италии, потому что я смотрю, потому что африканцы действительно везде дороги. Я по городу, елки-палки, на велосипеде еду, и столько я африканцев видела на машинах, я офигею просто-напросто. Если сами итальянцы не могут найти работу, приходится им продавать машины, чтобы как-то выжить машины, ну, чтобы не платить на бензин, например, чтобы не платить каждый год страховку на машину, потому что это же тоже все деньги. Они продают свои машины только чтобы ездить на автобусах, ездить на велосипедах. Я офигею просто-напросто. Зато у африканцев есть работа, есть машины, а сами бедные итальянцы мучаются. Ой, ладно, ладно, не буду психовать, мне нельзя психовать. Вот это, благодаря вот этой женщине, спасибо ей. Итальянцы не рады, конечно, этой женщине. Мой муж сказал, вроде бы, что ее уже убрали с министерства. Ну, не знаю, не знаю, это какое число. Когда этот журнал? А где дата? А, 1 января 2014 года. А, ну, скорее всего, здесь она еще была министром. Потому что я когда возмущалась с мужем, разговаривала, и он говорит, я говорю, вот это вот, потому что министр с Африки, поэтому все в первую очередь для африканцев. Я, конечно, не против них, бедные люди, но елки-палки, но как это, правительству Италии надо думать мозгами, не только раскрывать дороги перед африканцами. Я понимаю, но в первую очередь думать надо о своих граждан. Вот так. Это везде так должно быть. В первую очередь надо думать о своих граждан. Если все граждане будут устроены, благоустроены, то, конечно же, потом можно спокойно помогать беженцам, и чтобы все граждане спокойно могли это самое помогать правительству, помогать этим беженцам. Но если
половина населения итальянского без работы, половина населения платит огромные деньги, налоги, чтобы потом помогать вот этим африканцам, которые, бывает, даже не работают, а просто пособие получают. Ладно, все, я не психую, я спокойна. Идем дальше. Поворачиваем страницу, потому что опять Шерон Стоун. Девочки какие на велосипедах. О, это француз. То какие? Почему французские? Это итальянские знаменитые футболисты. Вот это Франческо Тони. Он даже вот в рекламу у нас показывал с ними, с его женой. Идем дальше. Вот это итальянская актриса, очень красивая. Красивая. А, ну все ее парни. О, даже Джордж Клуни был ее парнем. Сколько пишут? Два года они встречались. Ну. Это такие женские сплетни. Опять крема. Семья какая-то. Не буду читать долго, чтобы объяснить, что за семья. Я их не знаю. Идем дальше. Какие-то кадры с фильмов. Венус. Тут крема разные. Я не знаю, что за фирма Венус. Ничего не пробовала. Надо бы попробовать. Ух ты. О, вот эта парочка мне нравится. Дэвид Бекхэм. И Виктория Бекхэм. Вообще, мне даже Spice Girl очень нравилась группа. И до сих пор нравится. Слушайте ее песни. А, Тони Блэр. Вот мне интересно, вот я раньше прочла вот немножко это сам про это. Главное, написали, сколько его жене лет, 59 лет. А сколько ему лет, не написали. Вы представляете? Наверное, Тони Блэр не хочет, чтобы люди знали, сколько ему лет. Да, он, конечно, красавчик был. Но сейчас он тоже уже постарел, но все равно очень красивый мужчина. Гламурная мода для Нового года. Ёлки-палки, ну что здесь гламурного, вот эти вот обтягивающие штаны. Я не понимаю, куда ушла мода на платье. Ну, это вообще, я не знаю. Я сама как сюда приехала в Италию, я ходила в платье в юбках, но потом мне надо было на велосипеде ездить, и я начала одевать брюки. Но в последнее время я решила, все, хватит, ну их нафиг. Я когда иду в магазин, я смотрю только на брюки. Да, какого хрена? Простите за мой язык. Зачем? Я же женщина. Ну, просто-напросто надо не забывать о том, что женщины должны в прежнюю очередь, прежде всего, носить юбки и платья. Это же красиво, это же женственно. Ладненько. Идем дальше. Бабочки. Тут пишут, что... молодые парни и девушки бастуют из-за того, что 36% итальянской молодежи без работы. И не пишут, что с днем рождения безработица. Они пишут, что самое тяжело это итальянской и испанской молодежи. Потому что только в Испании и в Италии молодежь не может найти работу. Так тяжело с работой. Так. Нет, вообще-то я на позитиве. Я улыбаюсь, потому что даже я хочу улыбаться. И ну, когда я, например, о чем-то говорю на какую-то тему, я начинаю сразу такое серьезное лицо делаю, так вот говорю. Потом я смотрю на себя, потом я смотрю на свои видео, и я просто ужасаюсь, елки-палки. Я же сама как это стремлюсь к позитиву. Я хочу научиться всегда улыбаться, и вот такие вот у меня. Я улыбаюсь, я на позитиве. Идем дальше. Так. Ой, здесь всякие кинозвезды, американские и английские. Что-то пишет про них. А, Гвен Стефани, он с пузиком. Вот эта парочка мне тоже нравится. Брэд Питт и Анджелина Джоли. Молодцы. Я слышала, вроде бы, как они уже поженились. Буквально на днях они поженились. После, сколько они, где-то 10 лет прожили вместе. И вот на днях они наконец-то поженились. Молодцы. О, у меня молодость тоже такая фигурка была. Леонардо Ди Каприо. Ой, ну посмотрите, какой он был молоденький, худенький. И какой он сейчас стал. Ну, конечно, сейчас он тоже красивый, но мне все равно он больше нравится вот таким вот. Похудевшим. Ну, в смысле, молоденьким. Когда он был худенький. Так вот. Полосатик. А мода на полосатые, да.
Этот журнал вообще мне дала моя бабуля. Ей тоже знакомый дает журналы, потому что когда ей нечего, она читает. И чтобы не выбрасывать, она дает мне почитать, я потом выбрасываю. Или кому-то даю тоже читать. Я не то, что...